Хакер Баунти в $10 миллионов выплатит биржа Binance за предотвращение взлома платформы. А за информацию, которая поможет задержать взломщиков, которые безуспешно атаковали платформу 7 марта, назначена награда в $250 тысяч. Вознаграждение будет выплачено в монетах Binance Coin. Если такая информация поступит от нескольких человек, то по собственному усмотрению биржа разделит награду между ними. В своем твиттере исполнительный директор Binance Чанпен Джао отметил: «Давайте найдем этих злоумышленников, где бы они ни находились в мире». Напомним, что Binance – это четвертая по объему криптовалютная биржа.